И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Алекс. Со мной сегодня Богдан и Артём Легенд. Ага, приветствую. Сося, давай нормально скажи. Всем привет! Во! И да сегодня мы играем в скилл тест в GTA 5 онлайн. Так, ну, поехали. Кстати, классная тачка, я ее ни разу не видел. Я очень хочу ее теперь. Я ее видел. Тоже. Ема, она классная, она дрифтит классно. Да как? Не ее потрезал. Да блин, дайте пакетик хотя бы, пацаны. А начнется уже скилл тест, ёпарасты. Да, у нас начался уже. Оо. Да, пакетик берем. А, реально, кстати. Вот это тупо. Да, не дрифтил. Вы чё, дурачки? Это вот так делается. Так, все тихонечко сейчас проходим этот моментик. Ой, тихо! Да я сам нормально. Да что за бред, я не могу. Так, аккуратненько, сейчас. Не-не-не-не-не-не! Я не могу! Почему я не могу это пройти? Это такой бред, это так изи просто. Так, аккуратненько, пацаны, аккуратно. Так, тихо. Ой-ой-ой, а вот тут что такое? Вот тут что такое начинается? Нет, 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 нет! Олеш, ну конечно. Нет, 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 пожалуйста. Все, спасибо огромное. Так, я лучше не буду торопиться. Да. Зачем Леша, буду? У нас парный скилл-тест тут. Ой, извини. Парный скилл-тест? Блин, это... Да. А это реально? Ну, ты, ну, не парный, мы просто сделаем его парным. Давай. Что? Нет, в смысле, вы офигели там? А там сложно, то есть. Еще и третья. Я сейчас упаду, так, пацаны, я в офиге. Пожалуйста. Пожалуйста. Падай, 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 падай. Да, найс. А где чекпоинт? А, вот. Вот чекпоинт. Все, найс. Леша, потолкни, плиз, короче. Давай. Блин, так, ты такой. Я тебе буду руинить буду. Ты мне? Ты уверен? Иди давай отсюда. А, ну ты так мол, сейчас. Подожди, а как? А ты гонит? Даже не, подожди, а реально, а как? Так, а как здесь именно одному-то пройти? А, там, там ускорите. Да все, все, да успокойся. Иди. Богдан, все, все, падай, падай. Я знаю, как это пройти, давай. Вот. Так давайте давай. Я первый, ну вы тут 10 лет будете. О, 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 давай. Ой, два дебила. Да тут можно на одной скорости. Okay. Так на какой? Давай вот на такой, пройдет. Вот на такой. Ну, спасибо. Да пожалуйста, но я хотел сам, блин. Подожди, ну не трогай меня. Честно, ну реально не трогай, смотри, показывай. Нет, ну не упал. Трогай. Давай ты быстрее. Вот и все. А не знаю, как прямо встать там. Стой, 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 стой. А как тут вы гоните? Тут даже нельзя остановиться. Ты сам выбрал такой скилл. О нет, тут мы надолго, походу. Давай, 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 пошел. Вот, выстроился и все, и нормально. Так, а тут надо, тут надо большую скорость, но не слишком взять. Вот такую примерно. Не, прям потихоньку, потихоньку там. Тихо. Ай, блин, да я не знаю. Давай. Меня чуть перекосило. Да, да, все. А как вы... Толкни меня, Лёх. Нет. Вот толкни его, толкни. Молодец. Зарядно. Ты не прошел, Лёша. Спасибо огромное. Слишком большое. Вот. И вот таким вот образом. Чуть-чуть. Стой, 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 стой. Хорошо. Ровнее, ровнее. Хорошо, все, пацаны, я прошел. Первый раз там, давай. Так уж и быть, давайте я вам даже помогу остановиться, чтобы вы не улетели никуда. Вот давайте, в меня, если что, врежьтесь. Давай, 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 давай. Я не смог толкнуть. Ой, давай, дебил. Я говорю вам, с краю прям самого нужно разгоняться. Вы это, дурачки, я понять не могу. Зачем, Богдан? О, давай. Просто едь. Стой! Ты даже так упал. Понимаешь, я прям ровно над тобой. Просто разгон. Вот там прям с самого края и ровненько встань. И ты... Ты дурак просто, я не знаю. Вот точно курс нужен. Вот, все, давай. Есть. Подбирай. Все, хорош. Засейвили, нормально, все. Найс. Так, поехали, вот. Да блин. Здесь по одному, здесь по одному, давай, давай, Леша. Подожди.
по последнему. Вот так вот. Ну, это легко, это легко. Лучше бы я первым, потому что Богдан идиот. Не скажу так. Боже мой, какой ты тупой, Богдан. То есть тут все понятно. Аккуратно, аккуратно, тихо. Ну тут вообще машина для этого прям приспособлена. В смысле? Не-не-не-не. Алло! А, колесо застряло? Так я не могу, слышишь? Не-не-не-не, я доеду, мне пофиг. Лёша! Я сказал, я доеду. Так, Богдан, что там дальше? Не понимаю. Я там просто смотрю, что дальше, я офигеваю реально. Так, пацаны, еще один чекпоинт взят. Что у нас там дальше? О, тут нужно разогнаться. А что там дальше происходит? Разогнаться и... А куда? А что там дальше происходит? Я немножко не туда. Ты тоже не туда. Там на бок. Налево надо, получается. А контр нужно зажимать? Не-не-не. Ай, блин, Богдан! А, на дирижабль надо, тихо. Дирижабль? Ага. И чё, а? Налево надо. Нам, мы вообще не... На дирижабль мы как дебилы залезли. А где куда нам надо? Я понял, едьте за мной, слезай с дирижабля. Где он? Покажи сначала, может я смогу. Ну это обманка, короче, это обманка, я понял. Это тролль, это тролль, да, тролль элементик такой небольшой. Я же как-то залезал уже, почему не могу залезть сейчас? Ой, а тут как? А тут даже чекпоинта нет, ну-ка. А, так вообще изи. А, да тут спорт... так же, тут вообще изишь. Давай, аккуратненько. Давай. И что? Я боюсь сейчас упасть. Дай мне тогда, ну дай мне. Подожди, не дайте мне мяч, я ударю. Дай мне, если ты боишься упасть. Вот, вот, все. Так, о, тут еще один такой элемент. Так вообще ж изи, реально. Тут я не знаю, вот как вот нужно лохануться. А тут курсник, ладно. Такое бывает. Все, найс, чекпоинт пройдется. Так, давай. Я так делал в конце. Ой, хорошо, ой, хорошо. Газ не отпускает. Ой, хорошо, нет, я знаю. Тихо, аккуратно, аккуратно. Нет, блин. Не-не-не-не-не-не. Да ёпара сатена, как там? Во-во-во-во. Ой, хорошо. А, блин, тут еще один такой. Не-не-не, блин. Пожалуйста. Не. Мы вместе с тобой просто упали одновременно. Тихонько, 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 тихонько. Ну нет, ну смотри, как близко. Тихо, тихо, тихо. О, на вторую, на вторую, на вторую. Найс. А там реально какие-то стрелочки нужны. Поменьше бери. Разгончик. А ты перелетишь. Ловлю. Спасибо. Тут стрелки. Пам. Надо прям встать. Чтоб там да не обязательно. Не обязательно. Она прям. Ай-ай. Обязательно. Прям вот клинчик. Смотри, не обязательно прям. Что? А на чем я еду? А, вот. Вот, смотри, раз. Ой-ой-ой, подожди, а как? Как это? Стой, аккуратнее. Не, тут не надо такой разгон брать. А, ну это не так уж и сложно, как казалось. Ух, все отлично. Так, осталось что-то еще осталось. Тихо. Найс. Что там, спуститься с этой? Да, спуститься с этой и подняться. Нет, 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 нет! Очень аккуратно. А я вот прошел. Да ты офигел, с первого... Ну ладно, не с первого, со второго. Там. Со второго раза ты гонишь? Я уж подумал, тут надо по этим колышкам ехать. Руки устали, честно говоря, эту машину выравнивать сраную. Тихонечко. А, ты тут вообще не видишь, мне все фигово с управляемостью машины. У меня прям идеально, она как будто идеально по центру едет. Тут, короче, надо заехать жестко. Она идеально по центру. Боже, далеко от меня, боже мой. Да это не так уж и далеко, как ты думаешь. Там быстренько это все делается. Гвозди? Дальше очень легко. А, ну тут нет, просто... Нет, там вниз едь. Да, тут просто гвозди объедут. Можешь, пожалуйста, мне. Тут даже я их не обнижать. Я слишком долго ждать. В конце финиша. В конце финиша. Хорошо, да. В конце. Не, а тут вообще что-то изи элементы пошли. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Нет, нет. Нормально. Так, все, и последний раз. А? Нет, я в конце зафейлился. Что ты там? А конце, в конце чего? В конце какого элемента? Ну, этого. Oh, nice. На котором я сейчас, ты сейчас его не видишь. Ну, вот и поехал. И чё, и как тут зафейлиться можно? Я, короче, неровно и в нее споткнулся. Ты можешь прямо на скорости тут проходить, она легкая. Да я понимаю, но я лучше не надо, а то это как лежать с лежачим полицейским. Иконька.
Ну вот еще как тут можно зафейлить, не понимаю. Не... Все, найс. Еще один чекпоинт позади, а у нас остается, кстати, последний. Такая же ситуация, блин. Опа. И идеально. А тут несколько таких, слышишь? Идеально. А, ну и последний тут вообще изи. Тут даже... А, нет, тут надо, кстати, прямо. Давай. И. Да, найс. Вообще на ней. Так, а чё это? Да, ой, это... а вот тут вам сложно, наверное, будет. Чё там? Трубы. Ну, короче, берешь максимальный разгон. Кто дружит с этими? С трубами. А? Кто дружит с этими, с трубами? Я дружу. Точно? Да. Я уже если дружишь, прошёл несколько. Если дружишь с трубами, ты обязан будешь пройти. Ну да, я и так прохожу, в принципе. А что там делать надо? Просто пролететь сбоку, сбоку. Просто сбоку пролетаешь и все. А? Это же легко. Ну, на коротких трубах это сложно. Блин, я перелетел даже. Вот именно. Так что... Подождите меня в конце финиша. Не-не-не-не-не. Опса. Да подожди, не надо финишировать. Ждать надо еще второго. Какой финишир, подождите. Все, найс. Так, давай, давай, да. Богданчик, ты сможешь. Сейчас просто давай. А ты слишком высоко, слышишь, летишь. Выйти из GTA Online, да? Я выхожу из GTA Online. Всё, найс. Ну что, с вами были, как всегда, Алекс, Богдан и Артём Легенд. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Пока-пока.